Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я покажу, как на устройстве Dugi S60 добавить аккаунт Google и также как его удалить. В первую очередь переходим в настройки, затем в раздел пользователи и аккаунты и нажимаем добавить аккаунт. Затем выбираем, как ни странно, Google. Для этого нам, конечно же, понадобится подключение к интернету. Следующим шагом, что мы делаем, это вводим наш телефон или адрес электронной почты. Нажимаем «Далее». Затем вводим наш пароль. Нажимаем «Далее». Затем принимаем условия использования и политику конфиденциальности Google. И последним шагом нажимаем «Принимаю». И теперь, как видите, наш аккаунт добавлен. Если же вы хотите его удалить, выбираем его здесь и нажимаем «Удалить аккаунт». И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!